столько вот дровишек приехало. Как вы думаете, дорогие друзья, насколько мне хватит этих дров? Напишите, пожалуйста, в комментариях, по вашему мнению. Горбыль тонкий, не очень-то толстый, гореть будет быстро. Так что, думаю, намного его не хватит точно. Делаем ставки. Я говорю месяц. Здесь 25 кубов. И вот тепличка. Не накрыло, лучше отойти. И вот сюда складываем, потом будем пилить. Сделаю здесь навес какой-то сразу. Вот здесь где-то в этом углу. Смотря сколько, как он сейчас нагрузит. Что-то придумаю, какой-то навес. Пленкой хотя бы натяну его. Буду пилить, складывать, потому что... Ну, они так сухие, в принципе. Ну, как сухие? Как это называется? Техническая сушка или как? Потому что он делает... На этой пилораме делают там... половую доску, там еще какую-то поддоны, то они сушат перед распилом, как-то так. Ну, по крайней мере, мне так объяснили. Правда это или неправда, не знаю. Вот таким вот образом доставили. Главное, забор не погнуть. У меня тут вот сзади вот это вот дерево буду спиливать. Был ураган. Ветку оторвало. И вот, видите, что произошло. Неприятная ситуевина. Вот такая вот. Так что если вот это вот надо как-то, я не знаю, будет его по осени, пусть листья опадут, чтобы меньше груза было. Буду как-то его спиливать. Вот такой вот хмель у меня еще растет. От соседа перебирается. Красота. Пиво варить можно. Такая кучка нехилая получается дровишек.
прицепчик разгрузили. Еще с собой в машине. И вот такая вот кучечка получилась. Главное, чтоб не упала на теплицу. Потому что будет беда. Ну, вроде не должно. Работает профессионал. Чуть-чуть. Фу-фу-фу, чтоб не сглазить. Да, кучка получается неплохая. Но они тонкие, поэтому если бы это была нормальный горбыль, то да, его бы хватило бы на дольше, чем на месяц. Так, мне кажется, если будут хорошие морозы, на ноябрь точно хватит. В декабре следующую партию такую. Ну и они относительно недорогие. Получается, за 25 кубов я отдал 250 белорусских рублей. Это сколько там получается? $85 примерно. $85. Так что можно топить, я думаю. Самый дешевый вариант. Дешевле уже, я думаю, не найти. Думал торфа заказать еще 3 тонны. Потому что можно как бы на дом, на участок 3 тонны по нормальной цене. Но я думаю, что в следующий раз попрошу на пилораме, чтобы мне потолще горбыль сделали. Пусть немножко подороже, пусть даст, но чуть-чуть потолще, хотя бы вот такой вот. Было бы идеально. Не погорели бы подольше. Ну, в принципе, как есть уже. Я думаю, за такие деньги это нормально. Вот такая вот куча дров. Пусть даже на месяц их спаливать, за месяц. $85 в месяц за теплицу спалить. Естественно, при условии, что урожай будет хороший, что покупилось. Я думаю, что все будет хорошо, все окупится. Вот и все выгрузили. Вот. Только вот получилось. Ну вот и выгрузились. Получилась вот такая вот пачечка. Дрова, конечно, тоненькие. Вот видите. Такие будут, как спичка, как порох. Попадаются нормальные. Вот такие вот. Но основная масса, конечно,
такие. Но с учетом цены, тем более еще в следующий раз, просто я не знал, тут мне водитель говорит, который привозил, что у него лежат нормальный горбыль, ну то есть толстый, и надо, ну, можно говорить ему, что хочешь ту пачку, а я просто не знал этого. Он ему типа показал, вон там иди грузи. Можно было сказать, что он специально как бы избавился от этого мусора, скажем так. Ну ладно, с учетом цены как бы пойдет. В следующий раз буду брать уже нормальный горбыль. На этом буду заканчивать. Мира всем, добра, любви, удачи, хорошего настроения, позитива. Пока!